Представься, пожалуйста. Я композитор и исполнитель Олег Макин. Для моего друга Сергея Лиханова, очень талантливого поэта и отличного человека. Нет, ты о себе говори, не обо мне. А тебе расскажи о последних своих работах в песне. Песни сочиняются. Друзья, приглашаю всех, у меня 28 марта в Москве в Театре эстрады мой сольный концерт. Всех приглашаю. И Сереженька, тебя точно. Ты, мы придем, но ты расскажи, какую вот последнюю песню, какую ты написал? Последнюю песню под названием «Капали слезы». О, а чем она интересна? Неужели просто буквально о том, что слезы капают? Все о девушках и о женщинах. А, вот это интереснее. Все про любовь и про женщин, и про всех этих самых, и про все наши дни. То есть действительно «Капали слезы» — это из жизни ты взял? Да, конечно. Но стихи не, я же музыку сочиняю, это же значит. А кто написал стихи? Стихи написала Маша Чугреева, дочка актера Александра Пашутина. О, то есть она написала мужской текст? Написала, в принципе, мужской текст. Но там не совсем мужской, как бы люди знают, и эта песня очень известная и так далее. Сереж, не об этом, о концерте. Приходи ко мне на концерт. Не, ну я приду, 20, и я всех приглашу, ну, тут никаких сомнений нет. Все, достаточно, мы сейчас сидим с тобой на жюри. Нет, и... еще не начали, я тебе хочу еще спросить. Вот ты много написал патриотических песен. Я люблю твои патриотические песни. Какая твоя самая любимая патриотическая песня? Моя самая любимая патриотическая песня, у меня есть в репертуаре песня, зрители ее знают, она называется «Гвардия моя». Вот это моя самая любимая песня. Она написана Шагановым, как обычно? Нет, текстом не Саша Шаганова, там текст Александра Щеглова, ее, к сожалению, сейчас уже с нами нет. А вот с Шагановым какая ваша известная песня? Шагановым известная песня «Россия, наша Родина». О, я действительно люблю эту песню. Ну что, поздравляю с сольником в Театре эстрады, это большое дело, я обязательно приду. До встречи на концерте. Давай, дорогой, все, увидимся.